Три, два, один. Что нам, что нам, что нам? Мне просто можно... Мне можно просто стоять, друзья. Или сесть. Я лучше сяду. Я лучше сяду. Так. Я сел. О! Ну! Я один заработал очки, друзья. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, и сегодня мы поиграем вместе с вами в замечательную игрушку под названием Roblox. Друзья, у нас будет невероятный режим под названием «Стенка на стенку». Итак, друзья, в чем суть данного режима? Получается, у нас есть две команды, голубая и красная. Смотрите, кстати, ребят, сейчас моя очередь, я как раз-таки вам и покажу, что здесь нужно делать. Смотрите, идет, ребят, стенка, и нам нужно попасть в дырку. Получается, мне нужно прыгнуть, друзья, туда так... Чтоб я попал в дырку. Я, к сожалению, не попал, друзья. Нужно было прыгнуть так, чтоб я залетел в дырку, ребят. Ну, я думаю, суть вы поняли. Дырки постоянно разные, ребята. Вот, играем мы здесь на команды. Каждый игрок, получается, может принести команде 10 очков. И потом, друзья, будет командный прыжок, когда все втроем выстроятся. И все втроем должны будут попасть в дырку, друзья. Вот это, конечно, очень сложно. Но, в общем, режим, ребят, интересный. Я в нем новичок, поэтому особо сильно пока что на меня не ругайтесь. Я могу, например... тупить, как сейчас вот я не перепрыгнул. Так, смотрите, вот девчонка пошла. У нее тоже, ребят, не получилось. Я, кстати, в синей команде. Мы пока проигрываем 10-0, друзья. Я, к сожалению, не попал. Но сейчас в красной команде тоже девчонка не попала, так что, в принципе, все нормально, друзья. Так, ну ждем, ребята. Смотрите, наш выступает. Это кто? Мэтт Мак, друзья, выступает. Так, давай, Мэтт Мак, смотрите, как ему сложно. Ему нужно попасть, друзья, в эту звездочку, чтобы заработать для нашей команды очки. Ну-ка, давай. Давай, он сел, прыгнул. Ай-яй-яй, ребята, к сожалению, не получилось. Но ничего страшного. У нас есть еще один игрок. Ртут Ктке какой-то, друзья. Возможно, он нам принесет победу. Хотя у нас есть еще, получается, командный прыжок, друзья. Возможно, командный мы сделаем все нормально, ребятки. Ну, в общем, вот такой вот прикольный режим. Я еще, правда, немножко приболел, друзья. Сложновато мне разговаривать, но надеюсь, что ничего страшного нет. Смотрите, Фредди, друзья, поехал. Итак, ей нужно перепрыгнуть. Ну-ка, ай-яй-яй, а что, попало, да, нифига себе, 20-0, друзья. Мы сейчас проигрываем, наша команда сейчас проигрывает, ребят. Ну, потому что в нашей команде играю я, наверное, друзья. Потому что для меня это сложно на самом деле, теперь нас вообще двое осталось. 2-2 мы играем, друзья, стенка на стенку. Так, смотрите, что попалось моему, офигеть, а как туда нужно пролезть, друзья? Я даже не понимаю, ну-ка, получится у него? Оу, нет. Не получилось, ё-моё, к сожалению, друзья, наверное, мы проиграем этот раунд, хотя, возможно, сейчас на командном прыжке мы попробуем победить, друзья, хотя, мне кажется, нам все равно очков не хватит, ребят. Да, смотрите, сейчас какая команда будет прыгать? Ага, красные, ребят, сейчас прыгают, хорошо, подождем, посмотрим, как они будут прыгать. Итак, их трое, друзья, ну-ка, три, два, один, что им попадется? И что? О, ну это несложно, ребят, им просто нужно лечь, им просто каждому нужно лечь. Ой-ой-ой, ошиблась девочка, наверное, или нет? Нормально? Да, ошиблась, ребят. Раньше времени она легла, и получается, да, они не прошли. Понятненько, сейчас будем прыгать мы, друзья. Очередь нашей команды, все отлично, давайте посмотрим, ребятки. Ну-ка, что нам попадется? Что нам попадется? Три, два, один, и поехали, то же самое. Просто нужно лечь, друзья. Я надеюсь на свою команду. Так, просто нужно лечь. Раз, два, ложимся. Ну, парень, ну ты чё? Ребята, он нас немножечко подвел. К сожалению, с девчонкой мы прыгнули нормально, а вот парнишка нас подвел немножко, но я заработал 10 очков, друзья, потому что я как бы прошел, но все равно командой мы проиграли, друзья. Красные победили. Сейчас изменят команды, друзья. Разбросают заново игроков в разные команды, и возможно, ребятки, что мы в этот раз победим. Я надеюсь, что я не затуплю и нормально, друзья, прыгну в свой... раунд, получается. Но смотрите, я уже один раз как бы победил. Я успел лечь, когда мы командами прыгали. Итак, у нас есть 20 секунд, друзья. Поменяют команды местами, и мы с вами попробуем заново, ребятки, прыгнуть. Это невероятно здорово. Я надеюсь, что вам нравится такой режимчик. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Я не знаю, почему я раньше в него не играл, потому что режим действительно интересный. Как-то странно, друзья, что я его пропустил. Ладненько, ждем 5 секунд. Итак, немножечко осталось, друзья. Интересно, в какой мы команде будем, в красной или синей. Итак, ребята, оба, я по-прежнему в синей команде, друзья, поменяли у нас игроков, и начинает, смотрите, теперь мы по одному начинаем опять прыгать, красная команда начинает, битвейс какой-то, битвейс, это девчонка, ребята, у нас прыгает, ладно, пускай, посмотрим, так, ей в сердечко нужно попасть, это, кстати, сложно, друзья, это сложно, на самом деле, ребят, чтобы попасть в сердечко, ей нужно прыгнуть красиво, вот так вот, оп,
попала? Вау! Она прыгнула, и все у нее получилось? Вот это да! Вот это она молодец, ребят! Вот это она реально большой-большой молодец! Окей! Ладненько, теперь синяя команда будет прыгать. Интересно, кто? Так, давай, мы болеем. Индихадинара. Индахара. Я не знаю, ребят. В общем, девчонка, давай. Давай, пожалуйста. Вот, тебе нужно там просто либо лечь, либо сесть. Давай, это не сложно. Это не сложно. Давай, 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 давай. Ай, умница какая. Ай, умница какая. Молодец, отлично. 10-10. 10-10, ребят. Так, а теперь, если будут красные, друзья, потом, например, я, то мне ошибаться, друзья, вообще нельзя. Вы понимаете? Если я ошибусь, ребят, то это все. Я подведу просто команду. Я подведу команду, ребят. Ну ладно, сейчас ход красных, ребята. Ну-ка, посмотрим, как этот парень. Ну-ка, ему нужно прыгнуть, друзья. Смотрите, как. Ё-моё. Нужно вот это сложно, на самом деле, сделать. Итак, готов он? Ну-ка, прыжок. Ай, ошибся, да? Ошибся он, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Так, ребят, красная команда ошибается. Теперь очередь наша. Интересно, я буду прыгать или кто-то другой? Итак, ребята, если буду прыгать я, то это очень ответственно. Ага, я прыгаю, друзья. Я сейчас буду выступать. Итак, что мне попадается? 3, 2, 1. И что мне попалось? О, это сложно, друзья. Это сложно. Это капец как сложно. А как ровно вот встать? Оп, прыжок. Ай, я перепутал. Я перепутал, друзья. Я перепутал. Я вот хотел вот сюда нажать. Боже мой, ребят. Как я ошибся. Как я ошибся. Ё-моё, ребят. Кстати, встал я нормально, но нажал не на ту кнопку, друзья. Вы представляете? Ну ладно, ребят, такое тоже бывает. Ошибся я, к сожалению. Блин, но очень обидно на самом деле, потому что я знал, как это проходить, друзья. Блин, капец как обидно. Ну ладно, смотрите, из нашей команды еще выступает теперь. Ну-ка, тут надо бочком встать, да, по-моему? Ну-ка, боком. Хорошо, боком и подпрыгнула. Молодец. Отлично, друзья. Отлично, шикарно. Наша девчонка справляется и приносит нам еще 10 очков. Но, блин, ребят, как же я затупил жестко. Ё-моё, ну бывает, друзья, на самом деле бывает. Ладно, я не профессионал, я впервые вообще играю. Как бы сегодня первый день, когда я играю в этот замечательный режим. Итак, красный выступает, друзья, но мы тем временем лидируем. 10-20, друзья. Итак, красная команда, вся в сборе. 3, 2, 1, поехали. А как им? Как им нужно выиграть здесь? Если одна дырка, друзья. Ну-ка, как? Как? Они выиграли? Они выиграли, друзья! Они молодцы! Они справились, друзья! Они справились! Ё-моё, они все встали как надо! Сразу у них 40 очков, друзья! Ё-моё, по 10 очков каждый из них заработал! Вау, теперь наша очередь, ребят! Интересно, что будет у нас? Такая же стеночка или нет? Ну-ка, 3, 2, 1, друзья! Сейчас ответственный момент! Вау, у нас сложнее! У нас сложнее, друзья! У нас реально сложнее! Так, ну, нужно боком стать. Нужно стать боком. Ну-ка, я один? Я один, ребят? А, нет. Оу, ребята, я подвел всю команду, друзья. Я подвел всю команду. Понимаете, как мне сейчас обидно? Как мне сейчас обидно? Мы ни разу с вами не выиграли. Я подвел всю команду. Я просто не умею вот так вот быстро разворачиваться, друзья. Вот мы стоим. Вот так вот надо было, да, повернуться. Блин, ладно, ребят, давайте сыграем еще один раунд. Я надеюсь, что в этом раунде мне удастся выиграть, ребята. Блин, я надеюсь, что вы в комментариях поддержите меня, друзья. Дадите какой-нибудь советик. Особо там на меня не ругайтесь, друзья, за то, что я так плохо сыграл. Ну, потому что я реально впервые вообще играю. У меня не так много очков, всего 105 очков я заработал. Я немножко потренировался, друзья, перед тем, как записывать для вас ролик. Но, блин, все равно это очень сложно, ребят. Итак, 3-2-1, сейчас изменят команды. Я, наверное, останусь в синей, да, друзья, скорее всего. Потому что я уже 2 раза был синий. А нет, смотрите, я теперь в красной команде, друзья. Окей, ладненько, хорошо. Итак, погнали, прыжки. Кто у нас? Красная команда и наша девчонка. Давай, давай, я в нее верю, ребятки. Я надеюсь, что у нее все получится. Итак, погнали. Давай, давай, давай. У нее все получится, ребят. У нее все получится. Она молодец. Нужно просто перепрыгнуть. Блин, на самом деле это сложно. Я бы вряд ли с этим справился, ребят. И прыжок. Молодчина. Молодчина, класс, 10 очков нам приносит девчонка, классно, ребят. Так, теперь синяя команда, посмотрим, смогут ли они ошибиться или все нормально у них будет. Итак, ребята, у них тоже пошла девчонка, девочка против девочки, ребят. Наша нам принесла 10 очков, ну-ка, Битави, вау, ей тоже сложно, ребят, ей нужно попасть в буковку Q. Капец, друзья, ну-ка, и давайте посмотрим, сможет она или нет. И прыжок, оп, смогла.
Смогла, да? Смогла, молодец, молодец. Тоже 10 очков приносит она своей команде. Ладно, и теперь счет по командам равный, друзья. Ё-моё, просто выровнялись. Итак, теперь наша очередь нашей команде. Так, блин, самое главное не ошибиться, друзья. Самое главное не ошибиться. Я хочу помочь своей команде, ребят. Ну-ка. Итак, сейчас будем прыгать. Так, ох, как это сложно, друзья. Оу. Как это сложно. Прыжок, ну. Оу, нет. Это было реально очень сложно, ребят. Но это было мега сложно. Здесь еще нужно было как-то выровняться, друзья. А как бы я выровнялся там? Блин, ладно, опять я, короче, подвел свою команду, друзья. Опять я их подвел. Но, блин, я как бы знаю, как проходить, да, друзья? Но это очень сложно, я не знаю почему. Я не знаю реально, почему это так сложно, ребят. Капец вообще. Просто подвел команду. Так, синие прыгают, смотрите. Тоже у них тяжеленный прыжок, ребята. Нужно вот так вот прыгать. Ну-ка, ну-ка. Прыжок. Ладно, синенькие тоже ошибаются, ребят. В принципе, не так страшно, пока ничья, друзья. Пока у нас ничья, все нормально, ребят. Все как бы здорово. Блин, ну я столько раз ошибся, ребят. Ё-моё, это просто жесть. Это просто жесть, сколько раз я ошибался. Ну блин, друзья, ну это действительно для меня очень сложно. Ладненько, не будем плакать, друзья. Возможно, сейчас на командной получается заезд, когда мы будем командными, друзья, прыгать, у меня все получится. Я в это надеюсь, друзья. Я реально в это надеюсь. Итак, парнишка стоит, а ему вообще пофиг, да? Ему вообще пофиг. Это из нашей команды, ему вообще было пофиг, ребят. Посмотрите, он даже не двинулся с места. Такое ощущение, что он просто АФК, друзья, стоял. А как же на командном теперь забеге, друзья? Когда у нас будет прыжок командами, он тоже будет стоять АФК, друзья? Ё-моё, что это такое? Так, ладно, прыжочек синих теперь. А потом будет командный забег, друзья. И вот это будет уже интересно. Итак, смотрите, опять сложный, просто невероятно сложный прыжок. Ну-ка, девчонка, вот она у них хотя бы бегает. Так, она выравнивается. И прыжочек. О, не получилось. Не получилось у нее. Так, и теперь все будет решать командный, друзья, прыжок. Итак, первыми будут прыгать кто? Синие, красные? Ну-ка. Мы. Мы прыгаем, друзья. Мы прыгаем первыми. Итак. Все, встали. Аккуратно. 3, 2, 1. Что нам? Что нам? Что нам? О, мне просто можно... Мне можно просто стоять, друзья. Или сесть. Я лучше сяду. Я лучше сяду. Так, я сел. О, ну, я один заработал очки, друзья. Да, да, я один, ребята, я один справился. Смотрите, мне дадут 10 очков. И, блин, ребята, ё-моё, к сожалению, моя команда немножечко подвела в командном забеге, в командном прыжке. Но я очень рад, что хотя бы у меня, ребят, удалось, хоть в какой-то раз, друзья, удалось пройти. Итак, синяя команда все решит сейчас, друзья, смогут ли они пройти это или нет. И не смогли, друзья. И у нас здесь ничья. Ну, ладно, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте положительный комментарий, не забывайте про лайки и про колокольчики. Ну, а мы играли в такой вот замечательный режим. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте. С вами по-прежнему был Овер. Еще раз всем удачи, всем пока-пока.